Так что тебе объяснить будет супер легко. Ну, давай Мише мы объясняли 3 или 4 раунда. Как тут здесь еще actually играл в этом слабом звене? Слабое звено. Сейчас мне лабу надо добежать. Типа без рофла реально? Ну, типа... Да-да. Рекламыч на стриме смотрел. Или вы разводите? Не-не. Я тебе даже больше скажу. Я сам Мун тоже играл. Это тоже не развод. Но это было в дремучем 2003-м. Самый умный. А тебе за это что-нибудь давали? Ну, типа там. Да, кстати, мне ноут дали на каком-то там пеньке. Я на нем пенек играл сел. С Сэмом. Да, сел на пенек. О, Слайфок живой, я думал, он сдох. Увы, блядь, увы не сдох. Увы не сдох. Не пережил патифарму? Ну, бля, был на грани рипа на самом деле, блядь. Последний раз мы с тобой, Слай, общались год назад ровно. Нихуя себе. Ты мне скидал скрин, как тебе выпал диван в начале лиги. Да? Тиквы. Серьезная хуйня, блядь. Так, чё, а куда, в какую команду заходить? Папа, не... Любую вообще, какая нравится. Папа, не гони, тебя ждут. Там все равно забалансит хор. А ладно. Хор СБММ здесь. А, по-русски? Skill-based matchmaking. Это не по-русски, да, нихуя. Шо полминуты? Есть лобби уже, заходи. А, я ничего не скажу. Не буду опускаться до твоего низкого, до твоего низкого меня уровня. Меня взломали нахуй, да че за хуйню Паша кинул? Ебать хакерги, блять. Ну поэтому и сказал мне, блять, полминуточки. Взлом жип, блять. Я теперь вижу твои сиськи. Заебись. Ширма с метро рядом, как базировано-то выпало. Детство. 4-1. Вот, вот, значит, объясните. Член! Я вот тоже хотел, слушай. 4, это значит 4 слова подходят под эту ассоциацию, а в скобочках 1 это... Отец, первый. 1 это не очевидно. Вот какое-то слово не очевидно подходит к детству. А, все, а 4 очевидно. 4 очевидно, да. Ну, я согласен. По мнению копа. По версии копа. Окей. Юла, ну, кстати, по-моему. Юла, кстати, я согласен. Что насчет трусости? Быть... Пижама, кстати, трусость. В детстве мы трусили. Не, пижама, да, может еще катание. О, пижаму и катание. Ну, типа катание, может быть. Пижаму трусили в детстве. Хуй вам, не пижама. Белое слово — это нейтральное слово. Если вы в него нажимаете, то отдаете ход врагу сразу. Да, я посмотрел, там есть, короче, черный. В черное это все проигрывает. Черное нажали, равно пососали. А если чуть, ну, другого цвета слово, то что будет? Ну, если в красное нажмешь, то... Нам засчитывается это слово и передается ход. А, все. Много три. Ну, собрание, там много людей собирается. Много 5. Банкомат, но от денег там ебануться. Много людей в метро. Банкомат 1, ебать. Можно метро ударить. Сначала банкомат, потом метро, да, метро. Метро точно, блин, ну, вы чё? Давай метро сначала. Я не понял вообще, в чем банкомат здесь. Ну, типа денег в банкомате много. Много денег. Ага. А в Ленине много мяса. А в луже много воды. В луже много воды, ну в океане много воды, в море, в озере. Ну, блядь, не в луже, ты чё, ёбнутый. А скала — это много земли. Много камня. Я не рушу, блядь. Ты не согласен с банкоматом? Нет. Ну ты трус. Это возможно. Я не знаю, что ещё? 2. Ну хорошо, аптекарь много хилов. А вот если вы говорите, банкомат много денег, но вот бизнес точно больше денег, если вы, блядь, вот так вы рассуждаете. Чё, бьём? Ну я в скалу бы, ёб. Давай скалу. Держи. Нормально. Слушай, ну у нас, походу, лужа ещё. Вот в детстве ты по лужам сигаешь. Сигаешь. Ну давай сиганём прямо сейчас в лужу. Я думаю, катание. Я готов. Потому что ты катаешься, катание, типа, ну, в детстве лужу. На всяких велосипедах. Я всё ещё думаю насчёт трусости. Мне кажется, это то самое неочевидное, может. А не... Мне кажется, неочевидное — это антивирус, потому что... Соду от горла хуярили всем. Это ну, пахнет. Блин, этот... Нет, мне кажется, всё-таки слабо с детством. Слабо я с согласен детством. С лужей. Трусость ближе все-таки, да, чем ну, сода? Ну, я согласен с лужей и катанием а точно. А что сода? Что ты прицепился к суде вообще? Я тоже не понимаю. Причем давайте лужу. Сода к детству. Сода и все хуярили в детстве, если горло болело. Нет. Профессия 2-1. Ну, давайте аптекарь сразу, чего бы нет. Ну, а, ну да. И технарь сразу же сюда, правильно? Две профессии получается. Да. И мало связанная профессия... Бизнес, ну, бизнес, наверное. И шаурма. Не, давай забьем, давай детство добьем. Давай реально. Шаурма хорошая.
Не, на шурме мы обосремся, блядь. Это классика. Это база. Давай бизнес, тыкай. Не, погоди с бизнесом. Давай лужу, давай в детство вернемся. Господи, какие вы терпильные, боже ты мой. В смысле, мы все чётенько делаем. А бизнес теперь мы не пикнем, типа, да? Парни, нет. А теперь надо пикнем бизнес. Сначала очевидное пикнуть. Сначала вот надо костюм можно надеть, а потом... Надо думать. У нас есть... Нет, давайте катание. Рискнем детство катания? Есть. Вот оно. Ну все, бизнес. И у нас остается, да, бизнес и, возможно, трусость. Всё же. А, бизнес, да. Ой, вам, друзья. Так, много денег в банкомате — это 100%, блядь. Скорее всего, да. А что еще два... Неочевидно. А, много члена, может быть. Обязан. Обязан. Много плесени, может быть. Канализация. Плесень. Ну, плесень, скорее всего, да. Плесень есть. Телега с говном. Ладно. Ладно. Парни, это шаурма. Ну, вообще, чтобы в канализацию спуститься, надо костюм специальный. Как не надо. Поел плохой шаурмы и спустился в канализацию. Мы просто прыгали, блядь. Просто прыгал, блядь. В открытый, вижу, люк открытый, прыгаю. Так точно. Не, насчет шаурмы, кстати, я думаю, вот это... Давайте банкомат нажмем, это много денег. Ладно. Тон. Это вообще не деньги, блядь. Увы. Сколько будет денег в банкомате, ну, да, если он будет стоять в Африке? Слушай, из профессии... Вообще дохуя. Ну, след — это отпечаток, след я правильно понимаю? Берем след, давай, отпечаток. Мы взяли. Есть. Вот он. Не, ну это не шурма отставить, я думаю... Не шурма? Если это профессия, ну, осталась, то, может быть, тыкнуть. Костюм. Это профессия как бы профессия, не полностью. Мы две профессии... мы точно 5 детства хлопнули, я что-то... Нет, еще осталось детство один. Ну, то есть, смотри, детство у нас катание, лужа, отец, Юла. Во костюм, да, ладно, костюм. Рискнем в костюм? Или давай, тыкай, у них 5 слов там вообще. Давай наденем. Ну давай, давай. Серьезные люди, нам нужен давай, костюм. Давай. Ну вот, хуй на. Вам, им наденем. Хорош, что посоветовал? Ладно, костюм. А кто? А кто? А надо было шурму брать. Был он там на самый умный или где-то. Я же сказал, шурма это прописывал. А что тыкаешь тогда в костюм? Зачем ты костюм выбрали? Осужда. Ну понятно. Что один? В смысле один, блядь? А, ладно, хуй я слух. А, чё тыкать будем? Много вирусов, может? Антивирус мне нравится. Какой-нибудь. Туда и туда. Анлок. Да ёбаный рот. Мы все белые, блядь, собрали. Ну чё, предлагаю шавуху бахнуть всё-таки. Ну... Ну всё. Я ж говорю, всё, ну типа всё, шаурмечник всё. Это профессия. Блять, шурмой 50 на 50. Типа. Может быть вкусно пиздец, а можно обосраться. Да, но это относится. Подожди, подожди. Ни разу не проносила из-за шурмы. Подожди, но ты все равно вкусно обосрался. Ну да, но давайте сначала вкусно. Все еще вкусно все равно, хоть и обосрался. Во-первых, блядь, что вы в многочлен не захуярили инстантно? А я вам собрание говорил, метро, типа, это вообще пиздец, это изи. Это Паша виноват. А что было детство, типа детства? А Ламыч, типа, ну, гений, да, канализация, плесень, плюс костюм. Как тут будешь? Ну и трусость, возможно. Вроде как шоу. Ламыч, гений, три белых. Не, ну я могу попробовать, конечно. Мутайся тогда. Ага, окей. Ну, микрофон можешь замутать. А, все, да. Слушать тиммейтов можно, но иногда лучше не стоит. Предок 2-1. Родитель и пенсионер хорошо подходит. А, один? Неочевидная. Типа картина какая-нибудь, я хуй его. Пианист, мол, там, блядь, биткоин, бетховен какой-нибудь. Чё, картину или пианист? Я бы картину. Я покой как покойник, блядь, прочитал. А, ну вообще покой, кстати... тоже подходит. Ну, как ну, покой это такое. Это больше как тишина, скорее всего. Я бы не думаю, что он приплел туда, как человек, который, типа, умер. Увы. Не повезло, парни. Яд. Ну, вон рюмка сверху. Можно блюдца. Блюдце, может быть. Не, это, ну, пьянка это яд, 100%. Ну, яд. Зло еще есть. Зло, яд. Но чека, яд типа, ну, я не знаю, кто там загад пух. Чекушка есть еще. Где чекушка? Ну, вот ее нету. Чека есть. Че, ну, еще два, ну, го зло, есть. Может. Пьянка это я... ошибка. Давайте зло. Это не зло. Добро, значит. Это ошибка, парень.
пешеход может ДТП принять участие? Мне кажется, пешеход и фарш почему-то. Да нет, ДТП это ошибку совершили и пизда. Тут и покой, и ошибка, и фарш может быть. Не, я уверен, что это ошибка. Ну тут ДТП, да, из-за чего случается ошибка. И предок еще один нам нужен. Че, пианиста будем? Ну, покой и пианист подходят. Че нажмем? Могу в пианист. Что-то больше вообще даже отдаленно не подходит. Увы. Ладно, еще, увы. Разъебано. Парни, не получилось. Все-таки был покой. Предок, типа, покоится. Надо было дед, наверное, написать. А, но я все-таки предок. Я все-таки прав был. А что у нас в пьянке был? Бардак и смысл? Я думал, да, рюмка, бардак из неочевидного, яд и фарш. Но я потом только увидел зло и потом, ну, думаю, да. Скорее всего, туда кликнут. Ладно, я тебя вообще тогда не понял. Парни, я разминировал. Не, ну почему? Проходите дальше. Похороны. Блять. Слеза, действительно. Ну вот больше подходит. Не подходит. Но, увы. Увынск. Ну, скорее всего, Родс. Больше ничего не подходит. Так, письмо. Ну, писатель. Тут подходит, типа, 100%, да, 3, ну, писатель, да? Почтальон, да. 100%. И что-то еще. Милиция. Милиция. Ну, вообще, да, родственник, по идее, логично. Письма от родственников чаще всего приходят, если мы говорим про бумажное письмо. Можно просто методом исключения, что тут не подходит под письмо. Я думаю, все остальное. Ну да. В принципе, все не подходит. В принципе, да. Не, ну из того, что мы видим, наверное, больше всего подходит просто. Вот у Паши проблема в скобочках написать один. Да для него все очевидно, вообще понятно. Это очевидно, да, согласен, все время. Вставляется два. Ну, чип может ставиться. Гвоздь вставляется? Ну, вбивается. Забивается. Все забивается, ну, да? Ну, в теории ты его забиваешь, и он в процессе вставляется. В теории. На практике черное, правильно? Ну, если я еще представлю, что я майон, то, блядь, гвоздь точно вставляется. И правда реально вставляется. Предлагаю зарандомить. Так у нас, а, у нас два было. Опять в черное. Не, два нормально, но хочется зарандомить, блядь. Не, я просто думал, у нас три. Ну надо, давай. Вот хочу ведьму ликвидировать. Уебать. Давай, пизда ведьме. Туда я. Увы. Дар. Ну вот тогда это сувенир. Ну тогда все. Блин, ром подходит и под письмо, и под дар. Я предлагаю следующим выбрать ром. Парни. А газ это дар? Газ? Смотря ну, какой. Ну, смотря в какой стороне, правильно я понимаю? Блять. Бля. Смотря какой дар. Если это гелий, то, ну, можно сказать, что это дар. Ты же даришь шарики. Нихуя себе он перевернул. Ну, чё, госсувенир? Ну, сувенир-то мы надем. А если его не совсем дарят, но он у тебя как бы, ну... Он у тебя просто есть, да, ты им делишься, но никому об этом не говоришь. Хор, прекращай. Так, ладно. Гон или счастье, наверное. Ну, а что, счастье, нет? Давай счастье. Хорош. Ну, и год рай, да. Ну, давай, да. Милицию, ром. Надо ром. Значит, ром. А, это, наверное, письмо счастья. Хотя, возможно, да. У нас все, походу. У нас, походу, да, это письмо счастья. Бля, я думаю, что так охуенно сидим, а Паша замотанный просто. Ну и туда подходило, типа. Yellowstone. Это что, блядь? Это желтый камень. Хорошо. Почему мы нажали в асфальт? Хороший парень. Я доверяю своей команде, я нажал. Я тоже доверяю своей команде и нажал. Енот, к тебе все вопросы. Почему мы нажали в асфальт? Я просто тыкнул, типа, если вы... Все, доверие полностью. Это так. Асфальт. Бля, ну началось, короче. Бля, чё, какой асфальт 10? Это что за хуйня? Ты чё, псих, блядь? Ну, видимо, ну, короче, ладно. Предлагаю тыкнуть ром, потому что это может быть дар. Асфальт 10, блядь. Да хуй с ним, гол ром. Это чёрное.
Хорошо. Рома, блядь. А к чему у вас? У меня вопрос: к чему у вас, Рома? Я к чему у вас асфальт, блядь. А у нас просто офигенный командир. Пизды. Ебать, у нас все нижнее красное. Ну, и Йеллоустоун. Прям на мину, что, своим асфальтом. Три ебаната не смотрели Йеллоустоун, это вообще мина. Так, Йеллоустоун — это область, географ и газ. Чё? А это асфальт? Нет, это вообще такое. Я просто знал, что они в ром ебанут, next, ну не стал, типа, тратить. Надо было сказать, не пейте, блядь, не трогайте. Где-то я это уже видел. А это что? Ну, лотерея, хули. Ну, вообще, ГГГ есть такая... Ладно, блядь, не лотерея. Ну ты нахуй. Ну это реально лотерея, блядь, ты еще гонишь нахуй. Я могу сказать про ГГГ, это порно-студия, которая специализирует в извращенных фильмах. Очень извращенных. Ладно, не очень, но таких. Не самых приятных. Средне извращенных, понял. Мы сыграли в лотерею, ничего. Что-то типа Swallow My Cum. О, там точно есть. Вот на таких вот. Да-да. А, ну ты тоже в курсе, Хор. Не, мне друг рассказывал. А, да, ну, то есть я только друг, что рассказывал. Подруга, правильно. Может? Подруга, слушай. Тут, наверное, подругам такое тоже, наверное, нравится. А почему мы лотерею выбрали? Ну так. Ну, ГГГ и Path of Exile сделали. А, ну, это а Path of Exile — это фулл лотерея, не игра, блядь. Понял. Буквально почти все механики крафта — это лотерея, ебучь. Просто не знал, что такое ГГГ. Grinder Gear Games. А, это другая студия. Парни. Ходите. 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 Ну он титьки хотел, как очень сильно, блядь. Это байт нажать. И вот так вот получилось, что вот написалось вот. Ходить не равно походка. Ладно. Походу, на лотерею, блядь. А, то есть ходить это не. Так, ГГГ — это шестеренка, стопроц. Ладно. Еще надо. Ну, возможно, какая-нибудь обида, блядь. И... Общество. Ну, рыцарь, maybe, какой-нибудь. Ну, типа там, героя фулл отдела, ебать, он как рыцарь выглядит. Похороны, лига сдохла. Блядь, это такая... Если вы в это не нажмете, это пиздец. Фейк один, бля. Так, ну, значит, супер очевидно, давайте нажмем. Подожди, о, взрываемся, енот, нахуй. Это случайно не относится к моему гэнбэнгу? Опа. Фейк один. В поезде. Или что там было тогда? Ну, хороним игру или ну, нет? Фейк такси, блядь, алло. Фейк такси, да. Че, игру ладно. Хороним? Лигу хороним? Не, давайте понажимаем, типа, вот рыцарь, это под ГГГ, ему поешки там рыцарь. Это наша парня. Понял. Ну тогда, тогда похороны. Подождите. То есть ходить — это не походка, по мнению. Ходите. Да он сыграл просто на белом поле. Ну в смысле, ну белое нажали, ничего страшного. Один лунатик, возможно, общество ходит. Не, просто зачем он туда три написал? И когда лифт ломается. Ну потому что там три других помимо походки. Главное, что там черного и вражеского не было. Нет, я понял. Хотя и на похоронах ходят тоже, слушай. Бля, ну, ГГ... сейчас приплечу орех. Значит, смотрите, дал, получается, орешек поросенку одного. Бля, будь-то еще. На лутфильтре к дивану, ну, по-моему, нормально. Визит лунатик ревность. Десант. Парашютист. И что-то еще. То есть у меня апекс и ревность, и все. Ходить десант, я не знаю. Ну, давай в орех, окей. Не везет. Орех-то наша была. Спасибо за орех. Парни, а теперь нажмите наши похороны, пожалуйста. Ебаная 20. Блять, началось, как это хуйня. Это похороны, походу, это все уже. Все, хоронимся. Блять, какой ебаная 20? Ну, обида, блять, че. Обида. Обида ебаная. Ебаная, блять, с голубем. И вправду ебаная обида, блядь. Ебаный котел. Ебаный котел. Блядь. Не ебаный. Заебал с памяти. Не черный, хорошо. Сейчас ебу, сейчас 40, блядь, напишет. Кухня. 1-1. Ну, гостиная, возможно, да? Типа, брат кухни. Хорошо. Что еще на кухне?
Хобот, жабры или рулон? Урожай. Угадайте. Урожай, блядь, ну конечно. С гостиной собрал, блядь. На кухне принёс. Гостиной урожал, собрал урожай, правильно. Но премия действительно звучит вот ебаная. Прямо это слово ебаное, оно то вот, вот то, как в поговорке их премии как будто. Ну вообще на кухне жабры могут быть как отходы, типа рыбу готовишь, там что ты все отделяешь, жабры могут быть. Это единственное, что я привязал, короче. Типа не а рулон может быть бумажный. И рулон, ну, да, может рулон, быть, кстати. Рулон, полотенец, да, может, да, быть. Да, да. Платочек, ну, вряд платок, ли. Платок, ну, вряд ли. Платок это более такой личный. В каком-то смысле урожай тоже на кухне, действительно. Может быть там кукурузки. Чё нажмём? Кого берем? Кого берем? Ну, жабры. Жабры! Какие жабры? Ну ладно. Ну у нас на ебаные 20 ходить, тут. Ходить одно осталось, да? У них еще 18 ебаного, правильно? Ток отдают, когда ты в этот... Товарный. Ну, скорее всего, урожай, да. Урожай. Ну, попробуем. Поезд сейчас, да? Похуй, короче. Хорош. Ну как так-то, блять? Мне кажется, лаборатория, кома. Ну, лаборатория классно подходит, да? Может быть, медицинская вакансия. Or wake up. Я что-то думал, я типа... Мне кажется, кома еще может быть вакансия. Кома, да. И... Медицинская вакансия. Я хуй его знает, что еще. Медицинский урок может быть. Ну... В теории. Ну, в целом, да, можно. Блять, вот ты специально склоняешь человеку медицинская... Бля, парни, я бы за два хода выиграл. Медицинская. У меня такие слова кайфовые. Он ебашит в урок. Я хотел написать ебля 5 сейчас. Все-таки вакансия, блядь. Ну, плетка, наручники, любовник. Спидран. Спидран коднейм Сэнни Персент, блядь. Вот он. Элемент. Гелий это элемент? Нет? Yes. Yes. Голосуем за гелий. Бухр-падухр. Yes. То есть кислота может быть чуть-чуть. Слушай, ну айсберг тоже может быть, ну, вода, типа. Только кислота, что ли? Или кислота, или скип, или рандомчик куда-нибудь тык-тык-тык. Элемент-вариант. А может пятый элемент, там, где вот этот, сука. Ну, то кислота, получается. Значит, кислота. ФТМ. Ну что, тыкнем еще? ФТМ. Не, я сука. Тыкнул, мне хватило. Сука, блядь. Ладно, сука, хорошая. Сука, сука, ну давай. О, наша, сука. Наша. Наша, сука. Наша, куда еще? На рыбалку не хотите сходить, пацаны? Ну так. Ты что-то все увлекся, походу, да? Ты в говно наступал когда-нибудь? Ты еще раз и хочу еще. Не, я интерна оставлю. Работа, работа, зарплата. Finally. Пожарный это работа? Ну, работа вообще это миссия, типа делик, блять. Блядь. Что, еще нет, скажи, блядь. Ладно, пожарная ну... работа. Только парикмахер не работает. И парикмахерская. Хотя, может, ты там работаешь, но пожарный. Пожарный — это, бля, буду работа. Пожарный. Нет, звание. Это хобби. Хобби — ходить тушить ебальники. У меня так, бизнес, но я по фану пожарный, блядь. Свободное надо еще что-то. Ну, раз он еще парикмахерскую не написал, одна хуйня синяя, одна хуйня синяя на мапе. И чё? И чё, я, блядь? Давай ебём куда-нибудь. Я, блядь, я, блядь. Чё там, Рома, запомнил? Я, блядь, хочу рандомить. Я не хочу рандомить, но он пишет 1-1-1-1, это, блядь, плохо. А мы 6 уже взяли. Чё, по 2 пишет, это нормально абсолютно. Мы должны были 4 взять, а взяли всё. Ему надо сразу 4, ты чего? Трансформеры. Пришельцы, значит. Неужели это они? Пришельцы, блядь. Пришельцы, бля. И, блядь, десептиконы, предатели, бля, ебаные. Мне кажется, они в волейбол играли просто. Трансформера, рогатку. Миссия? Вообще миссия. Ну ладно. Хуй знает. Бля, реально миссия. У нас один, блядь, ну что, это все, сыс, опять? Ну давай, какое слово ты хочешь? Давай нажмем. Какое? Какое тебе нравится? Надо подумать. Ну, сито, наверное, не вяжется никак со всей этой хуйней. Давай в сито ёбнем. Это деревня. Блять. Типа, статью реально пририсовать, да, можно. Можно рисовать, да. Ебали 9. Не, проебали у меня. Во-первых, не факт, что мы еще проебали.
Ебали день. А, там больше еще. Да, проебали. Ну, короче, подожди еще. Рыбалку мы... Ну, давай нажмем. Ебали день нормально. Отрезать. Винтовка. Подожди, давай статью. Да сосала ваша статья. Подожди, тихо. Винтовку обрезают, давай. Винтовка обрезают, это обрез. Обрез. Хорош. Понял. Хороший 2-1. Анекдот. Да, да. Особенно про Колобка. Хорошая пословица. И воспитательница. Кофе. Блять, а что если кофе это ассоциация к чайнику? Ну, чайник, сливки, нет? Так, проверяем. Заебись. А, хорошее, что мы только анекдот угадали, да? Да, у нас еще 2-1 осталось. Ну, 1-1. Блять, как же мы шотаем черное сегодня, это пиздец. Да не склоняйте его нахуй, написал бы я хорошее. Да тут хорошее, можно пиздец ко всему. Тут полстола хорошего. Просто, блять, хороший рок, хорошая слива, хороший артист, хорошая тюрьма. Хороший опыт. Хороший опыт. Блять, хороший хвост. Хороший артист, ржавчина, пломбир. Плоская длань. Плоская. Ну, процессор плоский. Бля, ну знаю Пашу. Ну, знаю Пашу, вообще за... Ну, хорошо, давайте по-серьезному. Памятник, он плоский. Ну, вообще не все, ладно. Нет, окей, процессоры точно плоские. Плоский, да. Плитка плоская, стопрус. Струна тоже плоская. Опять же, здесь плоская... Вот в скобочках у него указано. Фотография плоская, по сути. Варежка в состоянии, ну, лежит просто, но оно плоское. Толстовка, да, но плоская. Плоская, да, чем но варежка и толстовка. Можно другие слова подобрать под эту хуйню всю. Но вот плоская красавица, это в стиле Паши вообще. Но ладно, плоская фотография, по-моему, самая нормальная. Я согласен. О. Я пошел за чаем. Что там, Пашуля, синкинг? Жестко плюс мощно синкинг, блин. Пизда 6. Мусор 2. Мусор 2. Уборка. Хорошая. А вот второе. Ржавчина вообще. Ну да. Из тех, что тут есть, ржавчина подходит только. Ну, блядь, не красавица же мусор. Стендапер. Разговор. Концерт. Они, ну, ходят, они ходят постоянно по сцене. Ходьба, да. Они по сцене гуляют туда-обратно. Ну, ладно. Пришли. Увы. Не ходят. Надо было брак все-таки. Увы, не ходят, блядь. Если это страус, умоляю, напиши похуй один. Половая толстовка, блядь. Резня черная. Пломбира здесь еще не было. Красная, блядь. Растение. Тополь. Точно растение. Да ну нахуй. Он не пиздит. Хлопок, желудь, ладно. А вот что третье? Ну, хлопок, нет, хлопок же растет. Да. Он же на кустах. Давай. Он растет или где он? Есть. А может быть, ну, это хлопок? Жопа. Может и хлопок, стриптиз нажимаем. Я либо сюда. Не-не, стриптиз, нормально. Есть. А, может, слушай, подожди, вот может быть вот это вот. Поехали. Он увидел. Разбайтовочка тройная, блядь. Ну так вот, блядь. Не острый. Мел не острый. И тупик. Мел. Тупик. Ну и тупость. Тупая тупость. Ну как отвод может быть не похмелье? Ну, это ж вообще... Ну нам... Как мы... Ну, бля... Блядь, ну все ясно с тобой. Портной. Коп. Паша. Я кто? Не Вала, кто у нас был? Вы въебали. Рабство и воскресенье. Ну, пока я придумал только эмоция 2 к кошмару и жалости. Это пока все. Может быть, еще капуста, типа, ну... Эмоция 3. Жалость. Это эмоция. Ну, кошмар тоже эмоция. Кошмар не эмоция, капуста эмоция. Если кошмар это эмоция, блядь. Не нажимайте, вы чё, блядь? Надо. Никакой капусты сегодня нет. Эмоция. Азарт это эмоция?
Ну, в целом, да. Ну, я решил приплести, да, азарт к эмоциям. Тогда скорее нажимай на азарт. Держу. Давай, азарт, давай. Азарт есть. Ну, кошмар, да, ну, это может, в целом эмоция. Кошмар. Ну, ты в ахуе просто. Кошмар. Ладно, просто. Давай, давай, давай. Все, и стена. Стена, стена, причем, блядь. То есть ты перед капустой уже не хочется, да? За что? А капуста, да, блядь. Нажал в капусту. Или капусту хотел. А капусту за что, блядь? Нажимай в капусту. За что, блядь? Нажимай капусту. Да чёрт. Есть капуста, да, на нас все, интерн. Все скипаем. Капусту спиздили. Да, полиция в ахуе. Нету там полицейских. Там полиции угадать не могут. И капусту пиздят. Конь один. Конь один. Зебра, конь. Палками, зебра это конь? Но... Что происходит вот в данную секунду? Да думаем, подожди, мы смотрим еще варики. Ну а кто у тебя конь? Ну, походу зебра. Не зебра. Ну, да да не, это психолог, парни. Психолог, зебра. Палатка, печка. Удобство. Печка, печка больше. Петч. Насо. Муравейник. Удобный пиздец. Не, ну носок? Ну носок лакшери, потому, ну, типа, удобно в нем. Типа тепло, дохуя? Ну, типа, да, ну. Ногам холодно стало. А если шерстяной носочек зимой, чел? Ой-ой-ой-ой-ой. Проебали. Сюда носок, блядь. Носок-то неудобный. Увы, удобный у вас только гипс. Носок наш. Да-да, у нас одно слово. Бля, че он над одним словом думает? Комментарий один. Ты побежи еще. Ничего не темное. Комментарий это может ладно. Быть отзыв, а может быть психолог. Ну давай, ладно. Какой психолог? Трио Чего было черное. Книжное. Ну, сказка, очевидно, в книжечке. Литература. Учитель в целом хорошо подходит. Проклятие читает, блядь, там Карабас, Барабас, говносос. Ну, проклятия могут и на память читать. Ну, стратегия, может быть, в книжке когда описана, да, там может история быть. Там какая-нибудь. Ну, как будто учитель больше всего подходит. Потом, да, я согласен. Согласен. Ну, увей. Не подходит. Не подходит. Продажная. Жюри продажная. Почему слово суки нет? А, цена, ну, цена вообще цена назначает цену, да, да, да. Продукта. Давайте еще посмотрим. Апельсин тоже все... продажный бывает, продажный когда канал. Его продают. И лимонад тоже. Горизонтальная нокаут. Ну да, цена. Ну, а может а, мы книжная. Да, оно книжное. Же книжное, проклятие все же. Ну давайте, ну, блядь, с натяжкой давайте. Ну, вот оно с натяжкой и было. С натяжкой далее. Капуэру, бананове, Что? Они дохуяли слов? А у нас хор, капитан, забей. Ну, короче, если он имел в виду капуэру, то, наверное, это узел, потому что они там с этими поисками, да, ясно. Бананавэй, бананавэй. Можно так дохуя слов не писать, спасибо. Да это одно слово, это просто мем. Ага. Вот так вот, нахуй. Продвинулись, блядь. Продвинули стратегию, лимон. Блядь. Апельсин. Охуенно. Просто заебись. Хорошо, капуэра, банан, вот что это просто? Они ебучи чуть-чуть такое. Да, это, да, типа танец-единоборство. Но там нет нокаутов. А, окей. Хор считает, что он есть. Ладно. Шея, лимонад. Шея, лимонад. 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 Лимон. Лимонад. Мне лимон, похуй, что было один, лимонад. Я нажму. Да. Подождите, а мы реально нажали? Хорошо. Хороший лимонад. Хор. То есть чел, понимаете, то есть чел написал однокоренное с лимонадом. Написал один. Да нет, он справится.
Ты заебал реально хор, хватит однокоренные писать. А капуэра, банановые, вот это все, это ботинок был? Что? Или что это? Ну да, ботинок. Я забыл вообще про лимонад, типа черное слово это. Понял. Бля... А, окей. А капуэра это просто капуэра, мем в том, то что есть они ты... типа там напевают песню, то и там типа ты... банановые. То есть ты настолько хуёвый, что решил рискнуть одним словом. Наряду с черным, блять. Ты настолько плох, блять. Он литерально черное написал просто. Пиздец. И буквально черное написал слово. Это пиздец. Ну так это же лимон, ебать. Апельсин. Ну и все. Да. У меня в глазах висел апельсин. У него в глазах апельсин. Висел банановый. Вот это вот у тебя в глазах. А есть салат, кстати, белая шуба, где вместо селедки курица. Ебануто вкусно вообще. Такое вот. Ну, а все остальное звучит. То же самое, типа там свеколка, ну, вот это. Почти. Угу. Просто майонез. Так, фронт. Просто майонез и курица, да, пах? Нет, без курицы. Ну, фронт ураган, возможно, как. Просто блюдо и майонез. Майонеза наебашил, парни. Ты можешь сократить время и просто взять ведро майонеза и сразу есть оттуда. Это как салат змейка, да? Вкусно. Просто полоска майонеза и две перчинки. Что, а чё вы? Ну, окей. А что тогда? Ну, вот ураган не хотите? Как... Так, так. Метеорологический что? Фронт. Я больше за план, на самом деле. Типа план обороны там или фронт наступление, мол. Как-то мне это больше нравится. Ну, давай. Увы. Это был наш план. Это вражеский план. Ракет помогает. Давай в теннис поиграем, реально. Ой, бля, хорошо, хорошо. Что это за слово? Это что-то на умном. Это пюпитр. А, как? Я это гуглить пошел. Это? Я пюпитр пошел такая приспособление. Под ноты. Это U. Это херня, ноты. Которая держит ноты. Нота, да, точно подходит. Что ж. Собрались как-то три самых умных человека на планете. Че, второе? И решали вопрос, блядь. Давайте смотреть. Слушай, ну может быть рама, типа рамка держит эти, ну эти... Ну, книжки. Наверное, ну просто остальное что-то я не очень понимаю, что это арка, да нет, вряд ли. Давайте. Ебанейшн. Высрал непонятные слова какие-то, господи, эти умники, что ли? Да нет, слово-то понятное, но вот ассоциации, кроме вот рама, конечно, такая себе. Я бы все-таки в скобочку взял. Бля, мне знакома эта хуйня. Это плохое слово, пиздец. А чё тут подходит? Мне пока только приходят на ум всякие пытки, типа ванна с кислотой. Я думаю, цемент. Да, цемент, погреб, возможно. Полицейский цемент, я не знаю. Набор шмоток. Логично, хоть что-то, ладно. Ну, блин, я что-то. Ну, он дал идею, я ничего не могу дать, я с ним соглашусь. Саша, позволяй, еще чуть-чуть подумаю. А, может, заявка еще? Вот да, может, заявка, я думаю. Набор и заявка. Ну, набор сначала нажми. Увы. Ну тогда, короче, ход умом. Цемент. Ну да, цемент. Хлопцы, цемент. И заявка. А, и заявка. Цемент. Щупальца не хватает. Это бицепс, бля, точно говорю. Заниматься, бля. Заниматься, бля. Кошмать вот это, бля, железно не будет. Увы, ладно, заниматься, пловец. Увы, не заниматься. Пловец и шашки, увы. Пловец, шашки. Похуй. Делать два. Делай, когда не делали, шашки, бля. Шашки делай. И в плавание, правильно? Ну, а когда, если не плавание, бля? А делать два, ну шалаш делают, не знаю. Напиток можно сделать. Да, и напиток. Где напиток, я не вижу. Сверху. Давай, напиток или шалаш, что хотите. Шалаш. Точно делаешь. И напиток сделаем в шалаше. О, бля. Расколбас. И в шашке там. О, бля. Или глупость. Сделать глупость. Ну, мне делать. Он бы написал с делать. Мне напиток типа больше нравится. Мне кажется, да. Именно делать больше все-таки. Парни, а я... Напиток. Парни, делать беременность. Спорить не буду. Да, сделали напиток. Операция 1-1. Наверное, орган, если это не орган. Yes? Беременность, да, операция может быть. Ну, техника может, типа. Бля, слабо.
Как Просто. Как у меня малята. Ну, операция еще лампа подходит. На операционном столе всегда. Big Shack лампа сверху. Задиффузили. Снайперский one. Жеребенок, блин. Снайперский жеребенок, let's go. Слушай, немного напоминает уже тогда портала какого-то. Жопострел, бомбострел, блять. Pre-sale plus what? У нас остался операция или делать? Делать копии? Ну, операция лампа. Ламп, давай ламп, давай присел лампа. Я все думаю, что это лампа. Сейчас там Паша, блядь, эльтапнется. Так. Виноградыч. Я взял кефир, блядь. Сюда, кефир, блядь. Сейчас я буду пить. Чё там, я нихуя не слышал, если чё. Почему? Лампа операционная. Потому что темно. Ну, в операционной лампа большая очень над столом прям, чтобы видно все было. Там есть, да, это. Нажми, пожалуйста. Go YOLO. И надо YOLO. Подожди, куда? Это точно YOLO? Заниматься, делать? Копия, скорее всего, их? Нет, это YOLO, да. Да, кажется, будто копия Фарфот, может быть наша, да? Их? Тихо. Сам же я пузырь, я пузырь. Овал. Овал не будет бежать вообще. Блин, хорош. Копия все-таки, сука. Овал это Twitch? Да. Нормально, разъеб. Пульс. Типа в мер? Ну он, да. Реально в мир. Реально в мир. Ну вообще мамонт, да. Ну вообще мамонт. А вот что дальше? Так ты, так нет, пиши, это замерзший или это замерзший? Кто это должно было быть? Замерзший. А где буква З? Вот тебе и нужно. Вот тебе нужно ее. Чел, готов? Я украинец, ничего не знаю. Это не мой язык. Я тоже украинец, и что? Я ничего не... Все, отстань, ничего не знаю, я украинец, все. Охуенно. Блять, конфа фул русских, ссорятся два украинца. Не повезло. Увы, Ирги. Профессия. Проституция, профессия, клянусь. Это правда, уважаемая. В принципе, да. Так вот, блять. Опять въебали мужики, да? Хорошая профессия. Блять, этот день просто охуенный, блять. Какие же спидраны, блять, вообще. Ёбнуться. Гриль, крампур или курица? Типа курица, медвежатина, типа. Ну да. Ну я бы в шампур нажал. Шашлык из медведя? Ну да. Ну гриль как-то... Мне кажется, курица, не ты, когда блядь. Голоден, блядь. Я бы курицу ёбнул. Ну пизда курица получается. Давай его схуярим. Спасибо. Блять, ну вот вы же нормально думали. Ну у вас же всё равно... Там же тупо нихуятина. Хорошо, блять. Хорошо. Когда-то это должно было случиться. Хорошо. В смысле, когда весь день сегодня, блядь, алло. Спальню разделяют долба. Настоящее разделяет от будущего и прошлого, бля. Уф. Ну, бро. Пиздец. Разделил, есть. Разделили, хорошо, блядь. Классика. Ну это база была. А что было под чай еще? Буль-буля. Два. Так, ну это легкая фольга, бля. Ой, оберточка, нет? Ну да, обертка какая. А обертка тут при чем? То есть фольга, я все устроил. Это литрари в состав туда входит. В бульбулятор. Хорошо, состав, может, тебе надо в бульбике? Ну вот, я думаю, да. Тут типа одно из двух. Давай попробуй. Хули терять. Ёмнишься, лак, анлак. Хорошо, блядь. А что там еще было? Давайте, мужички, ББ. Давай, спокойной ночи. Посидели, погудели, замечательно. Пока-пока. Напоминаю вам, конечно же, ставочки на Спорт Киберспорт в описании стрима. Пока.